Приветствую всех, дорогие друзья. С вами Черный Металл в игре Fallout 3. Итак, после муравьиной матки мы продвигаемся в одно интересненькое местечко. Почему оно интересное? Я вспомнил, почему мне пришлось проходить сюжетную линию. Почему я вообще начал ее проходить? Мы сейчас муравьев загасим до конца. Уровень, давай, чуть-чуть. Да, у нас уровень. Давайте что-нибудь выберем, прокачаемся. Так, холодное оружие, скрытность, красноречие, без оружия. Так, давайте холодное оружие прокачаю тогда до 55. Ну, до 60 и без оружия. А то проходить с летающей тарелкой довольно-таки будет тяжело. Так, прилежный ученик. Так, сейчас я на паузе посмотрю, что тут выбрать и покажу. Ну вот, нашел тяжелый металл. Можете найти стальные слитки на трупах убитых вами врагов. Тут пока ничего такого нету интересного. Конечно, есть электромагнетизм и мистер Апокалипсис. Но это, скорее всего, в следующий раз прокачаю. Я просто хочу потом сгонять. Пит. Там тоже довольно-таки это неплохо. И можно будет повеселиться. Что ж, про что я вам хотел рассказать. Почему я начал проходить сюжетную миссию? Вот из-за этой вот двери. Сейчас я, конечно, проверю. Я вспомнил, когда сюда подходил. Так, ну я вот так вот сохранюсь. Так, что мне там взять-то? Вот это вот я вспомнил эту дверь, из-за которой у меня забаговались два сейва подряд. Вроде бы эта дверь. Ну, точно не помню, но насколько могу вспомнить вообще, это вроде оно и есть как раз таки. И зачем мне свинцовая труба вообще с собой? Так, давайте-ка пулемет возьмем. Ну что, взглянем. Баганется или нет? Ого. Это, смотрю, у ребят весело. Это крайне весело. Я, мужик, извини. Так, я вижу, пока наши там воюют. Оу. Понятно все. Тара-та-та-та-ра-там. Мне лучше сюда не лезть. Ага. Ой, как там много-то. Ай-яй-яй. Это было больно. Давайте сюда ползите. Да, это то место. Я его узнал. В общем-то, сюда, дорогие друзья, только лезть, это сюжетная миссия. Не дай бог вы сюда залезете, вы запорите себе, короче, всю игру. То есть сюжетную миссию вы дальше пройти не сможете. Это да, это место и есть. Я сейчас перезагружусь, потому что это я прекрасно помню. Я ее туда запорол, мне пришлось по новой проходить, и поэтому я по сокращенному пути и пошел. Да, к сожалению. Вот такие вот баги бывают. Это баг оригинала, тут с модами это вообще никак не связано. Я же говорю, я первый раз сыграл без модов. Что тут шевелилось? Первый раз я играл без модов. И вот без модов у меня вот вылезла вот такая вот, помню, фигня. Я не мог никак понять ничего. Потом я почитал, как быстро это все пройти. И сразу побежал в убежище. Или я не читал, или я сразу побежал, потому что уже там был. Вот это вот 112-е. И быстренько прошел сюжетную миссию. Это из-за этого вот все было.
Так, а я мод не ставил, получается, на действующие вагоны метро, да? Точно, надо будет его найти. Ай-яй-яй. Так, дорогие друзья, давайте-ка я сейчас на паузу иду, попробую найти этот модик. Есть модик, что можно по вагонам метро лазить. Сейчас я только выйду отсюда. Как раз проверим этот модик. Так, я тогда на паузу уйду. Сейчас я выйду, сохранюсь и поищу мод этот. Итак, дорогие друзья, посмотрел, да, этот модик. Есть он, но надо найти нормальную, более-менее адекватную версию. Потому что пока версии адекватных просто тупо нету. Ладненько, давайте сходим к Брайану. И, пожалуй... Ну, будем Mothership Z проходить, потому Почему что... нужен этот дурацкий вытяжной шланг? Так странно. Ни с того ни с сего все муравьи взяли и начали друг с другом воевать. Как будто все с ума посходили. Жутко было, но при этом круто, если ты меня понимаешь. Ты в безопасности, это хорошо. Хотел бы я чем-нибудь наградить тебя, но у меня на самом деле ничего нет. Я так понимаю, теперь ты уйдешь, и мне придется выживать тут одному. Надеюсь, что ты когда-нибудь навестишь меня. Так, я не могу оставить тебя здесь одного. Давай я найду тебе место, где можно жить. Правда? Ты серьезно? Нет. О, спасибо тебе огромное. Я буду ждать в своем старом доме, пока ты вернешься. Мне все равно нужно похоронить папу. Только не забудь про меня. Но я сдаюсь, не могу найти, куда тебя пристроить. Эй, ладно, понимаю. Спасибо за попытку. Не волнуйся за меня. Я и тут выживу. Теперь, когда огненных муравьев больше нет, может, сюда снова люди будут заходить? Забегай как-нибудь в гости, ладно? Так, прекрасно. Итак, давайте по заданиям. Искусственный человек. Добраться до места засады не из этого мира. Исследовать странный сигнал. Так, вот это вот задание. Там-пам-пам-пам. И где оно у меня тут? Вот это и... Ладно. Это на минное поле. И вперед бежать через электростанцию. О, ну нормально. Давайте на минное поле грацанем. Как раз я там патрушки сейчас соберу. Так, у меня что там пригодится? Дробовик по-любому пригодится, гранатомет пригодится, гранаты у меня с собой есть. Но хотя там большей части я без оружия буду бегать. Это как бы немножко печально, но да ладно. По идее, второй пак у меня стоит, так что все должно быть хорошо. Зачем Mothership Z там мне проходить? Здесь сделано как? Новые перки вам будут даваться только после того, новые возможности для перков только после того, как вы пройдете определенное дополнение. То есть я про это забываю, как всегда. Но вот тут у меня вот так вот сделано. Я не помню, как ванильки. Ванильки вроде это без разницы, как вы будете проходить. Здесь же вот так вот. Пек, патрушки. Патрушки, патрушки. Так, что у меня там по еде по воде? Давайте посмотрим. Глюкометр. Вот жажда. Очиститель воды. Так, и что съедим? Где у нас суп-лапша? Вот она. Привет. Что ты здесь делаешь? Взрываться будешь? Молодец какой. Так, гранатомет, ядерная батарея, патрушки. Оп-оп-оп. Так, ладно. Мне надо куда-то не сюда. Вот куда-то туда. Интересно, тут обойду или нет? И надо починить винтовочку.
Так, спальник у меня вроде с собой есть, или... Ох, я и не помню, если честно. Фигово как-то, что я не помню. Да, тут вроде можно подняться, я уже вижу. Так что порядок. Что происходит? Что происходит-то? Что, мины что ли были? Судя по звуку, мины. Ну, я удачно по ним всем прошелся, ладно. О, а ты кто? Привет. Чего тебе надо? Могу продать дозу. Чего захочешь, и недорого. Вот, погляди. Ладно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ничего не надо. Капец какой-то. Так, что у нас электростанция-то дает? Можно... Так, это точно электростанция, стоп. А куда я вообще попёрся? Никто не скажет? Ну, я все правильно шел, но это не электростанция. Хе-хе-хе-хе, как мне от них тошнит-то. Да умрите вы все в аду. Где там маленький был? Еще один приполз, ну конечно. Ну их нафиг. Где, кстати говоря, у меня мой пулеметик? Значит, надо с вами вокруг деревьев бегать. Понятно. Будем знать, как с вами справляться. Бедный наркоман. Видно, помер. Е-мое, откуда тут скорпионов столько взялось сразу? Я что-то как-то не догнал. Вроде шел, уж никого не было. Ну ладно. А это у нас электростанция такая. Ой, как мило. Чувствую, это будет весело сейчас. Ну, кто еще? Зря я это делаю, да? И кто бы мне сказал, почему я это зря делаю, да? Где, кто там с кем дерется, вот мне интересно. Я понял. Ой, что-то ты медленно бегаешь, миленький. Ножку повредили, да? Давайте вторую тут добью сразу. Ой, иди. Еще медленнее бежит. Ну, смотрите, рогатенький. Вот так вот их, да, можно валить спокойно. Кровь когтя смерти. Фига себе у него крови. Кровяной какой, однако. Так, а там кто? О, нет, твои как ты меня бесит. Да умри же ты, пякость, сейчас же укусит еще вдобавок, да? Ай. Вот бы мне большой какой-нибудь диклофос, реально.
Знаете, когда вот начинаете играть, и когда убираете этот ДПИ, который идет с уровнем игрока, у вас таких скорпионов много больших не будет. У вас будут маленькие бродить. Но кусаться так же больно. Ну, точнее как, они кусаются с таким же ядом. То есть, вот эти вот большие скорпионы не намного безопаснее, чем маленькие. Прикол здесь в этом. Ну да ладно. Так, давайте-ка перекусим и водички попьем. Так, 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 так. Водичка, водичка. Раз, два. И перекусим. И добьем эту гадость. Умри. Умри, сказал. Так. А, ядовитую железу. Да, возьмем. Че? Вот их коллекционируй. Так, а кто у нас там нейтральный будет? Я вот что-то понять не могу никак. Кто ты у нас тут нейтралком? Ой, привет. Так, ладненько, дорогие друзья. Я на секундочку паузу поставлю. Так, продолжаем, дорогие друзья, продолжаем. Так, это у нас что за электростанция-то такая интересная? Рубильника нигде никакого нету. Подстанция. Залезем, давайте посмотрим. О, квантовая кола. Мне еще две бутылки осталось. Крышка мина. И... О, железнодорожная винтовка. Вот это точно мне надобно. Активировать. У вас нет. Так, манометр, ядерная батарея, скороварка. Ладно, потом я возьму винтовочку. Очень хорошая штучка. Наконец-то. Я нашел ее чертеж. Абракса. Пюре из пакетика. Серьезно, ничего полезного нет? Сложный. Ух, какой сложный. Сейчас скроемся. Так. Начнем с конца, как всегда. Опа. Чем он сложный, интересно? Всегда было. Опа. По-моему, знаете, у меня такое впечатление, будто тут понятие сложный идет относительности легкого. Мне сложно легче сламывать, чем легкий. Ну, давай, давай, давай. Удиви меня, малышка. Сколько тут паролей-то осталось? Раз, два, три. Да, очень сложно, знаете. Такая сложность, что просто дальше ехать некуда. Мне легкие сложнее были. Ну ладно. Так, что у нас тут? Открыть замок. А замок, простите, куда? А, сейф, наверное. Не догадался, да. Кстати, довоенных денег довольно-таки мало здесь лежит. Я бы, конечно, увеличил их количество, но это уж слишком будет, по-моему, перебор. Ну да. Ну, потом соберем железнодорожную винтовку, я вам ее покажу. Самое лучшее средство. Мне она всегда нравилась. Ну, по крайней мере, раньше она хорошо ваншотила. Здесь как бы любое оружие, я вот собираю так моды, чтобы любое оружие здесь было очень сильно оптимально сделано. Что, давайте по электростанции полазим. Как говорится, по пути к инопланетянам полазим по электростанции. Сейчас я здесь увижу сейчас много скорпионов, я отсюда нафиг сбегу. Лучше бы я увидел много скорпионов, знаете, по большому счету. Вот, блин. Такс.
Вылетит, не вылетит, интересно. Походу небольшой косяк с опытом, что ли, я вот что-то понять не могу. А вот вылетело. Ну что ж, продолжаем, дорогие друзья. Продолжаем. И чё, бывает такое. Это из-за того, что буфер игры перегружается. Вот такая фигня происходит. Сейчас мы тут пятерочку бомб засандалим. Мне их хватает, я их специально понапокупил. Вот на такой вот случай именно. Уже знал, что так оно и будет. А фиг ли тут догадываться, знаете ли, по большому счету. Производим ядерную бомбардировку. Идите все лесом. Ну все, с этим я уже так, надеюсь, справлюсь. Надеюсь, их не так много здесь осталось. Ага, надеюсь, да? Так, а шанс воскрешения у меня вообще какой-то стоит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А их тут не так и мало осталось, я вам скажу. Так, потрошитель, толстяк. Слушайте, а мне кажется, что я хорошо встрял сейчас только что. Вам так не кажется? Мне лично почему-то кажется. Интересно, к чему бы это? Так, нехило их тут понаперло. Ты ж сколько, блин, мне с собой надо этих ядерных бомб таскать. Ох, надо, наверное, чувствую. Очищенная вода. Так, 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 так. Чё мне ещё? Суп лапша? А давайте её скушаем. А вот бегут, пусть бегут и неуклюжие пешеходы и полузан. Ой, они ещё воскрешаются. Ну, это видите, дорогие друзья, да? Этот кошмар вы видите. Так, ладно. Еще одна попыточка. Вы уж извините, что вас мучаю такой дуристикой. Но вот, как-то так. И кто вообще сказал, что эта электростанция брошенная, мне интересно. Нифига я здесь брошенного не вижу. Лесом, ребята, только не сюда. Инвалиды, вы инвалиды. Куда претесь-то? У меня тут ядерная бомбардировка происходит, они ко мне бегут. Хотя логично, да? Спасите, помогите. Ай. Такс. Ну, вы поняли, что тут собираюсь делать. Это я сделаю на паузе, пожалуй, и покажу итог. Такс. Вот то, что я сейчас увидел, дорогие друзья, это просто абзац.
Сколько я уже здесь их накрошил, мне тяжело представить. Извините, я слушаю. Уже мне страшно, реально. Это нереальное, бешеное количество просто. Что-нибудь там где-то застряли, что ли? Ага, застряли, бедолаги. Это хорошо. А вот так вот на лестницу вам, если тоже... Или самые умные. Фу. Чуть-чуть я их смог подбить. Я уровень поднял, просто тупо кидая атомные бомбы. У их там просто был капец. Я за удар по полу, там они когда все поспрыгивали, я получил 4000 опыта, дорогие друзья. 4000 опыта. Вот посчитайте. Сколько их там? Я завалил с одного удара. Ой, как много. Это просто бешеное количество. Так, у меня же с собой огнемет вроде был, да? Или нет? Гранатомет наш. О, огнемет. Ну, немножко, конечно, у меня есть к нему зарядов, но мало, конечно, очень. Гули боятся только огня. Это вам надо запомнить. Вон сколько понабежало протозеев. Да уж. Фух, такс. Так, этого сейчас прибьем. Этого тоже. Так, мне бы отсюда как-нибудь выбраться. Они меня зажали в угол и пинают спокойно. Вот это вот как-то плохо. Так, помощь. Что мне нужно? Что мне нужно? Мне нужно 1, 2, 3, 4. И суп лапша подойдет. Ё-моё. Хорош, ребят, дайте мне выйти. Да. О, все, я вышел. Ну, держись, гад. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Друзей позвал, ну ладно. Опа. Да уж. Никакого апокалипсиса не надо. Это еще хуже. Эй, что-то я не понял. Что у них вообще вкусного бывает? Да, друзья, игра может вылететь, потому что в игре есть свой буфер обмена. Ну, точнее, буфер. Как это сказать-то, буфер обмена, тоже мне ляпнули. Ну, в общем, короче, игра сама по себе, движок не тянет. Кстати, это такая же проблема на Fallout 4. Разведброня? Твою-то дивизию. Ладно. Привет, ребята. Давайте-ка я поиграю с вами...
Где у меня дробовичок? Вот с этим вот. Да ну. Вау, круто, я следующий уровень получил. Хорош, воскрешатка, задолбали уже меня нафиг, и все в корень. Хотите ада, дорогие господа? Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Видели, что они воскрешают? Пожалуйста. Все воскресли. Вот теперь все правильно работает. Ну, я там немножко, правда, своего дополнил. Марс-мутант пришлось подменить. Ну да ладно. Вот теперь все правильно работает. И они все встают, воскрешаются. Встать. Суд идет. Жалко, мне вторичный опыт за них не дают. Встать, говорю. Без рук бежит. Вот, дорогие друзья, вот как должны себя вести зомби в 7 Days. То есть прибегаете ядерными бомбами, их замалываете, а они потом воскрешаются. Да твою-то дивизию. Ну ладно. Что-то я, кажется, перестарался делать правки Mars Mutant Mod. Я не знаю, на Nexus есть, конечно, версия более новее. Я ее ставить не стал, потому что русифицировать я потом окочурюсь. Так, без оружия качаем до 65. Холодное оружие тоже 65, давайте. И скрытность. Так. И я сейчас, как говорится, листаю вниз и буду думать, чтобы еще качнуть, да? Тактик, рад, сопротивление, толком нет, него нет. Остальные нервы. Милитарист. А, ну понятно, путь на небеса. Угу. Так, ну что ж, дорогие друзья, сейчас я тут немножечко подумаю, чтобы себе взять такое, и вам покажу. А, что тут думать? Электромагнетизм. Я же его хотел взять. Не забывайте добивать трупы. Видите, что происходит? Я здесь всех типа их убил. Хорошо же знаете, что они придумали, что тут голова кусающаяся бегает. Это вообще был тихий Алис. Ну и что вы здесь, блин, такое охраняли? То, что у вас здесь было так много. Это называется заброшенная электростанция. Угу. Даже сколько народу здесь должно было работать. Это что за нафиг еще? Активировать терминал. Давайте активируем. Раз, два. Ничего, что здесь пароли-то фиг да нифига. Ладно. Открыть замок. Чего я, блин, замок открыл? Давай на деньги. Блин, если бы я так замок не открыл, я бы его этот сейф-то и не увидел. Так интересно он расположен. Эх, не знаю. Может, потом буду заканчивать, когда уже сезон. Или вы можете попросить. А есть один мод, помимо строительства города, там где вы не город строите. Есть один мод, где вы строите себе собственную базу анклава. Так, 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 так. Ну чё, побежали, короче, дорогие друзья, тогда уж на похищение инопланетян. А, вон там будет. Пусть нас похитят инопланетяне и начнем, как говорится, проходить Mothership. Не помню, там вроде какой-то скилл тоже есть, который отвечает за урон по энергетическому оружию. И может быть я...
Сейчас я тут кое-что сделаю только. И может я хотя бы смогу супермутантам противостоять. Потому что раньше им как-то противостоял. Это очень эффективно довольно-таки. Вот я не помню, после какого прохождения это было. Ну и куда эта мелочь побежала? Ну ладно. Ну нет, 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 нет. Нифига. С кем махаешься? Вот правильно, махайтесь там двое. Ведь они маленькие, такие приятные эти скорпиончики. Так. Пом-пом. Зачем я их собираю вообще? Кто бы мне сказал? Коготь смерти полег смертью храбро. Да ты... Вы чё, ребята? Совсем что ли? Вот тебя мне не хватает. Вот только для полного счастья. Вот видишь скорпионов? С ними и махайся. Я тебе помогу немножко. Слушайте, а мне кажется, ему немножко пофигу на этот гранатомет. Это какие они ж прочные-то, ё-моё. Где мой огнемет? Да, без огнемета никуда. Смотрите, не бежит помогать своему другу. Вот про что я вам говорю, помните? А там еще кто? А ты че лезешь? Тебе скорпионов не хватает? Слушайте, какая она живучая, смотрите. Так, все, скорпионы закончились. Хитрить твою напополам. Бежать спокойно не дают. Бегал. Сколько я? Ходок 15 сделал по торговцам, чтобы хоть немножко себе топливо на огнемет приобрести. Вот тебе, пожалуйста, получите, распишите. О, правильно, махайся с ним. Вы кошмар. Что же здесь творится-то такое? Я хоть смогу нормально сегодня добежать-то? А, даже отремонтировать-то его не могу. Ух-ух-ух-ух-ух. Ну ладно, я ничего не слышал. А что это такое? Энергоячейка чужих? Энергоячейка чужих. Ай! Ай,
Так, меня эти скорпионы бесят. Что мне с ними делать? Огнемет, это у меня нет практически. Тарам-тарам-тарам-там. Да. Здесь пустоши, когти смерти, я смотрю, у скорпионов конкретно. Ничего сделать им не могут вкратце. Эй. Чё за нафиг? Здесь же столько энергоячеек чужих было, куда они все делись? Ты-то чё припёрся? Эй, а где все энергоячейки чужих? Ну, ядрить на позолоту. Я чё, ещё не дошёл просто? Так, ладно, сохраняемся. Добыть такого не может. Это как-то даже странно для меня. Как мне все достали-то? Меня не видят, конечно. Так, я сразу и поверил. Так, что мне там по еде по воде? Так, надо хорошо наесться, хорошо напиться. Раз, два. И где у меня лапша? Хотя давайте пирог с болотника схаваем. Ну и чего? Прибежал я на место. О, здравствуй, летающая тарелочка. Как у тебя дела? О, все, меня похищают. Ура! Меня похитили инопланетяне. Ой, я куда угодно сейчас бы отправился от этих скорпионов подальше. Коли честно. Ну что ж, давайте. Ой. Ну что ж, дорогие друзья, я выяснил, в чем была моя проблема с этим, к сожалению, модом. Точнее, дополнением. Давайте я вам покажу. Хотя не смогу показать. В общем-то, вы прекрасно помните в предыдущих сериях, что у меня на шее якобы висит взрывчатка. Этот квест мы не прошли. В общем, пока этот квест не убрался со списка загрузки, у меня улетала ошибка. Ну, понятно. У меня забирают здесь все вещи. А, собственно, когда эту взрывчатку забирают, то я там взрываюсь и подыхаю. Собственно, из-за этого ошибка и была. Ну что ж, как говорится, в следующей серии мы пойдем отправляться по этому квесту. Искать того, кто сможет снять эту из нее изображение долбанную взрывчатку. Потому что я не могу пройти дополнение Мазершип. С меня инопланетяне ее снимают, и у меня взрывается башка. От чего игра вылетает. Ну что же, дорогие друзья, кому понравилось, ставьте лайки. Комментарии просто вставляйте под видео на YouTube и подписывайтесь на канал. С вами был Черный Металл, и в следующей серии мы пойдем снимать эту взрывчатку с шеи. Что ж, всем удачи, всем пока.